Уважаемые коллеги, дорогие друзья, позвольте открыть наше заседание общества онкологов, Санкт-Петербургское научное общество онкологов. Вот мы сегодня тут подсчитывали, наверное, больше 50 лет обществу. Наверное, это наиболее старшее в Российской Федерации общество, основанное Николаем Николаевичем Петровым. Потом Семен Абрамович Холдин руководил, мой учитель. И оно, в общем-то, как бы с самого начала было обозначено как научное общество для обсуждения как бы основных, главных направлений в онкологии. И в то же время как бы ориентировано на то, чтобы эти научные направления и достижения внедрялись бы и в практику. Потом собирались районные онкологи. Сначала в основном это Петербург, Ленинградская область. Вот. Но вот сегодняшнее заседание, это, я думаю, как бы вот завершая этот год, 2017, после большой конференции нашей «Белой ночи», мультидисциплинарно касавшейся всех локализаций, вот, конгресса в Москве, это важнейшая вот такая финальная встреча, заседание общества. Оно в рамках Ассоциации онкологов Северо-Запада. Вот Алексей Михайлович является президентом, председателем Ассоциации онкологов Северо-Запада. И оно обозначено как эволюция от, значит, как бы лекарственной терапии, от гормонотерапии написано, до иммунотерапии, до иммунологии. На самом деле здесь будет в течение двух дней охвачены вообще все солидные опухоли, и не только гормонотерапия, которая касается большого числа заболеваний, это репродуктивная онкология, включая урологию, щитовидная железа, но и вопросов иммунологии и то, что уже сейчас можно было бы применить в практике работы клинициста-онколога. Поэтому мы нацеливаем, чтобы все активно участвовали. Вот. Не просто будут доклады, но и вопросы, обсуждения, все, что не ясно. И в рамках вот, там, официальных заседаний, там, в перерывах активно обсуждали все, что вот, вас интересует, все, что у нас нужно для практики.